Сегодня красноярские чиновники устроили показательную инспекцию по многоквартирным домам, которые будут капитально отремонтированы в этом году. На экскурсию были приглашены депутаты, общественники, эксперты и журналисты. Комиссия посетила два здания в центре Красноярска. Специалисты побывали на крыше, в подвалах и убедились, что дома в очереди на капремонт оказались не случайно. Кровлю и инженерные сети здесь нужно менять. Но сказать то же самое в отношении остальных зданий, которые попали в этом году в план, однозначно нельзя. Отмечу, накануне общественники назвали краткосрочную программу капремонта генератором случайных чисел. В администрации уверяют, критерии отбора все же есть. В первую очередь это срок последнего капитального ремонта. Вот первая очередь. То есть когда был последний капитальный ремонт. Поэтому чем дальше срок, тем, естественно, дом попадает в первую очередь. Вот таким вот образом. Отмечу, в этом году власти намерены капитально отремонтировать 66 домов, но начнутся работы только осенью. В фонде регионального оператора говорят, так поздно, потому что система новая и только проходит откатку. В следующем году планируют капитально отремонтировать уже 300 домов и начать работы обещают как можно раньше.